Тюмень сегодня пробежала полумарафон «Стальной характер». Несмотря на 30-градусную жару, испытать себя на прочность решились 2500 человек. География обширна, около 100 населенных пунктов. Приехали даже бегуны из Беларуси и Казахстана. Дистанции 3 – это 5, 10 и 21 километр. «Стальной характер» существует с 2014 года и зародился именно в Тюмени. И вообще, в принципе, «Стальной характер» – это сейчас уже мультиспортивный проект, который включается различного формата мероприятия. Мы идем по регионам России, расширяемся. В этом году 15 городов. Самый южный – это Краснодар, самый восточный – это Красноярск. У мужчин полумарафон выиграл Андрей Миняков из Свердловской области. У женщин Мария Осокина из Пермского края. Призовой фонд в этом году составил 300 000 рублей. Также среди участников разыграли автомобиль.